первый матч, потому что сезон начался после всех перипетий в межсезонье, когда мы все-таки вернулись в футбол назад все вместе. Вот это, наверное, было самое главное. Вторая лига, она вот как раз тем и хороша, что можно поприсутствовать в тех местах Беларуси, куда сложно доехать без повода, без футбола. От Узды до Мариной Горки, которая вроде бы близко. Да, наверное, нет, по большому счету. Противник интереснее высшей лиги, ну, с точки зрения футбола. А с точки зрения эмоций, вторая лига, наверное, повеселее и интереснее. Команда молодцы, что собрались, и молодцы, что играют. Те, кто могут, все играют. Как бы. Мы же понимаем, что у нас команда адекватная второй лиги. Это не высшая, не первая лига. Но собралась адекватная, хорошая команда относительно второй лиги. Да нету, наверное, лучше. Я бы не стал выделять все-таки. Футбол, в принципе, командная игра. Не считаю, что нужно выделять лучше.